Резкий скачок цен. Стоимость топлива в Прикамье оказалась выше, чем в целом по стране. Миллионы наличными. Практически все семьи Прикамья заявились на единовременную выплату из материнского капитала. Количество работников на удаленном доступе в Прикамье вырастет. К концу года на рынке труда в сеть уйдет практически каждый пятый. На РБК новости Прикамья, в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. К началу августа в Пермском крае оказались самые высокие цены на топливо в Приволжском федеральном округе. В целом, по итогам июля, рост составил более 1%. Эти данные приводит Пермстат. Самый большой прирост показал бензин 92-й марки. За месяц подорожание на 1,5%. С начала года это топливо выросло в цене уже почти на 3%. Чуть меньшую динамику показывает бензин марки АИ-95. Газ и дизельное топливо не подорожали. По данным Росстата, цена на бензин в Прикамье выше значения и в среднем по стране. Аналитики еще в начале лета поясняли, что основная причина подорожания – двукратный рост ставок акцизов в этом году в январе и апреле. Как раз вот именно объявили, возможно, резкий рост, который мы видим, он и будет. А в дальнейшем, в чем того, что все налоговые нагрузки уже прошли, мы думаем, что такого стремительного роста не будет. Весной УФАС предполагал, что к концу года бензин подорожает на 3%. Минфин делал менее утешительные прогнозы. В ведомстве говорили, что топливо вырастет в цене к декабрю на 7-8%, и стоимость 1 литра бензина может подобраться к отметке в 40 рублей. Более 16 тысяч семей края подали заявление об единовременной выплате средств материнского капитала. Эти данные нашему телеканалу привели в пенсионном фонде. На сегодняшний день более 600 семей уже получили заявленные средства. Общая сумма выплат составила почти 15 миллионов рублей. Семьи тратят эти деньги на любые текущие нужды. Воспользоваться так называемой антикризисной мерой могут все те, кто получил или получит право на сертификат до 30 сентября этого года и не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования. А заявление можно подавать, значит, гражданам, у которых уже есть сертификат, до 30 ноября этого года. То есть здесь срок еще достаточно большой. В этом году эти процедуры, они идут немножко быстрее. И те семьи, которые подавали заявление в начале июля, они уже вот буквально в эти дни будут получать данные выплаты. Первый раз часть маткапитала наличными выдавали 7 лет назад. Сумма составляла 12 тысяч рублей. Тогда этим воспользовались практически каждая женщина в стране. В 2015-м у семей вновь появилась такая возможность. Выплата составила уже 20 тысяч рублей. А в этом году правительство продлило программу, увеличив размер поддержки на один сертификат до 25 тысяч рублей. Работники уходят в сеть. К началу следующего года почти пятая часть всех трудящихся в Прикамье будет работать удаленно. Такой прогноз делают эксперты в области кадрового консалтинга. Сегодня число таких работников составляет 15% от всего рынка труда Пермского края. К началу следующего года количество работников на удаленном доступе увеличится как минимум на 3%. Заработок посредством сети интернет, либо дополнительный источник дохода, либо все чаще и основной. Эксперты полагают, что количество таких работников год от года будет только увеличиваться. Это общий мировой тренд. Ну, я думаю, что на процентов там 3-4 таких людей вырастет. Первое место, опять же, лидирующие занимают IT-специалисты, которые могут жить, например, на Бали, в Таиланде, вести проекты абсолютно по всему миру. На втором месте можно сказать, что это администраторы групп, аккаунтов социальных сетей, что сейчас тоже на сегодняшний день активно развивается. Следующими в списке идут бухгалтеры и рекрутинговые специалисты. По мнению экспертов, вместе с ростом числа работников на удаленном доступе увеличивается и количество отраслей экономики, где такой труд возможен в принципе. В этом помогают программы и автоматизированные системы, обеспечивающие дистанционную работу. Сегодня утром в начале валютных торгов на московской бирже рубль укрепился по отношению к основным валютам. Курс доллара и евро снизил и Центробанк. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Активкапиталбанке за 65,90, по продаже в Ростфинансе и Активкапиталбанке за 65,25. Самое выгодное предложение по покупке евро также предлагает Активкапитал 71,95, по продаже снова два банка, Ростфинансе и Активкапитал 72,35. Далее о погоде. Оставайтесь на РБК. До встречи.